20 ноября, день иконы Божией Матери, взыграние. Сегодня почитается икона Божией Матери с младенцем, взыграние. Это необычная икона. На ней младенец Иисус изображается в движении. Взыграние считается женской иконой и представляет собой копию аналогичного византийского образца. Ее считают чудотворной. К ней принято обращаться женщинам, которые долго не могут родить ребенка. Желательно приходить к образу и парой, чтобы молиться вместе с супругом о даровании ребенка. Этот день в народе называли днем Федора Ледостава. Начинался промысел рыбы. В этот день народ ходил в церковь и заказывал молебен под названием «Взыграние». Особенно это делали женщины, которые должны в скором времени родить ребенка. Если так сделать, то младенец будет здоровым и вырастет крепким. Также в этот день матерям выказывали особый почет и уважение. Им дарили подарки, угощали вкусной едой. Сегодня крестьянки начинали прясть. А перед началом работы обязательно молились святому Федору, чтобы он им помогал. Ведь Федора считали покровителем женского рукоделия. Приметы. Если сегодня обильные снегопады, весной будет сильное половодье. Беременным женщинам в этот день стоило быть особенно доброжелательными и кроткими. Проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье. Тогда ребенок будет здоровым и спокойным. Все, о чем в этот день думает беременная, переносится на ребенка. Поэтому будьте в позитиве. Сегодня нельзя перекусывать на ходу беременной женщины. Ребенок будет беспокойным. Сегодня можно только ткать и прясть. Если беременная женщина сегодня много спит и мало трудится, то ребенку передадутся эти качества. Будет ленивым. Thank you.